Отечества, Преосвященнейший Гурий, епископ Арсеньевский и Дальнегорский. Дорогие братья и сестры, дорогие казаки, сегодня у нас большой праздник. Если не ошибаюсь, я 5 лет здесь уже с небольшим, и вот 5-й год проводится праздник казачьей культуры на нашей Арсеньевской площадке. Это большая радость для нас принимать культуру нашу русскую, нашу традиционную казачью. И хотелось вместе с вами порадоваться. Здесь мы видим и людей опытных, пожилых, премудрых. Мы видим цвет казачества и, конечно же, видим наших дорогих детей, которые возрастают в мужестве, в традициях, в традициях любления Родины. Здесь, дай Бог, чтобы развивалось это направление казачьей культуры, и одежды, и песни, и пляски, и других направлений. И мы, как Церковь Православная, всегда поддерживаем это, потому что казачество без церкви – это не казачество. Казачество – это верующие люди, прославляющие Бога, любящие Родину, защищающие ее. И Божие благословение на этот добрый фестиваль. Спасибо всем, Господь.